Хайо, всем привет, дорогие друзья, здравствуйте. А это Dead Sight, и тут вышло какое-то обновление. Давайте посмотрим. Так, а что это такое? А, это еблетик меняется. Ну, оставим вот этого парня. Все. Что-то тут добавили, что-то изменили. Давайте посмотрим. Может быть, будет что-то интересное, мы в нее залипнем. Так. Ага, мы от первого лица. Да, сервер от первого лица. Что мы можем? Что у нас есть? Нож. А как взять нож? Подожди. Во, понял. Так. А куда нам бежать? Вон там какие-то строения есть. А у нас карта есть? А, у нас есть карта. Ворон какой. О, дропы. Ну, на дропы нам... Мы не сможем, нас там побьют. У нас ничего нет. Доступна новая миссия, это все понятно. Тут есть кто-нибудь интересный? У меня нету, блядь... Подожди. Найдите огнестрельное оружие в ближайшем населенном пункте. А, на туториал есть. Это что такое? А, это сарай. А вот вход домой. Опа. Штаны. Подожди, а как выбрасывать? А в этих сколько? 3 слота. А, эти лучше. Закрыть дверь я могу. Телефон. Изношенный кнопочный мобиль нужен для создания некоторых... А, понял. Опа. О, фляжечка. Куда фляжечка у нас? Можем в карман? Опа, отлично. На пятерочку. А как понять, есть вода или нет? Разорвать. Отлично. Взять в руки, чтобы использовать. А, ноль воды вижу. Все окей. Так, секунду. Сейчас. Так, тут все правильно. Так осталось. Подожди, а как положение камеры? Или здесь нет этого? Сейчас, секунду. Блять, нет походу этого. Ладно, опа. Так, у нас пистоль есть. Пистоль за место ножа ставится. Ага. Окей, хорошо. Так, это что? О, самогон. А, стой, мы же можем это тоже порвать. А из самогона мы можем... Подожди, я помню, что тут что-то можно крафтить. А, вот. Сейчас я сделаем бинтик. А, нет, это не бинтик. Распиртованные тряпки. Хорошо. А, 5. О, отлично. Слушай, выживание идет. Чё? Я кого-то слышал? Это кто? Найдите и убейте противника. Это противник? А, у нас же туториал, типа.
Давай посмотрим, как тут это работает. А через стену нельзя стрелять, что ли, через дырку? В смысле? Я что-то не догоняю. Ты противник? Или... А, ты не противник, блядь. А что это за хуй? Нихуя не понял. Кто это был-то? Ну ладно. Подожди, я же по нему попадал. Оп, что это такое? Водка. Бля, мне теперь патроны нужны. Так, здесь лут, по-моему, валяй. Вот так только можно увидеть. Я ничего не понял, если честно, что сейчас произошло. А почему подсвечивается? Ну, он тут был, он тут все залутал, видимо. Может, он что-то не забрал, патры, допустим. Да, хрен-то там. Блять, что-то ничего не понятно. Кто это был? Что это было? Так, ладно, пошли отсюда, нахер. Тут как-то еще строиться же можно. Найдите, убейте противника. Кого находить? Я думал, это на него стоит точка. А это не на него точка стоит. Хуй знает. Блин, у меня все, тогда надо менять. Еще и пистолет поломанный. Так, подожди, а куда мы бежим-то? Нам нужен какой-то город. Горки. А как тут можно как-то ставить метки? Тактический маркер. О. 13 километров. Ну хуа, нормально. А, это ру-сервер. А, подожди, это, наверное, ПВЕ-сервер, блин. Поэтому я и в него стрелял, и ничего не в не это. Но это, получается, не враг. Тут же входит МПЦ, да? Типа, бандиты есть. А, есть какие-то там ребята, которые охраняют что-то. Патрули какие-то. Что-то, да, помню такое. Так, ну у меня вообще не судьба с ними сейчас воевать. У меня нет ни хера. У меня стамина есть, я не вижу. У меня... А, нету, да? У меня есть... Что это такое? Флажок какой-то. Что это за флажок? А, мы в безопасную зону вошли. А, вот, зеленая зона, да. А почему она безопасная? А, вон, вижу, торговцы. Или что это? Подожди, а их же нет на карте. Какие-то деньги. А, очень интересно, но пока ни хрена не понятно, на самом деле. Ладно. Это даже нам на руку, что мы в зеленой зоне. Нас никто не причехлит. А, ноги есть, нормально. Я не знаю, что они поменяли. А, блин, кончается зона. Давай сюда зайдем, вдруг патры хотя бы будут. Мы сейчас уже выходим, да? Да, вышли.
Что это такое? Запчасти какие-то. Ну давай возьмем, вдруг пригодятся. И больше ничего, да? А почему они зеленые? О! Компас. А это я куда кладаю вот это? Подожди. В ящике нет. А это на земле. А, это я на землю их выложу. Бля, я их не могу взять, что ли? Бля. Ну, серьезно? Ну, ладно. Подожди, а здесь можно как-то посмотреть? А вот, сервер, официал Russian, так. А, камера, так. Урон бота 100%, здоровье 100%, пинг. А, не написано, какой здесь лут. Сколько иксов. Но почему там были челики подсвеченные мне? Что-то я не понял. Я даже, если честно, лор игры не знаю. Что за фигня тут происходит? Графони ничего, так слушай. Солнышко садится. У нас еще есть теперь компас. А как им пользоваться? А! То есть, если я сейчас уберу... А, нет, он так и остался. Все, понял. То есть, а если я сейчас уберу его на землю, допустим? Ага. Хорошо. Я понял. Это как в этом? Как называется, забыл. В скаме. Так, а мне жрать надо. А где я могу еды найти, интересно? О, мы куда-то идем. Тачки. Я могу тачки лутать? А, вот. Это городок этот. Бля, ну если тут кто-то есть, мне пиндос. Можно как-то тачки посмотреть? Есть что-нибудь в них? Вот тут валяется же что-то. Куртки какие-то, нет? Это же патроны. По-моему, мои к пистолю. Да, 8 штук, отлично. Это не лутабельное, да? О! ТТК, а это что за хуйня у меня? ТТК. А как посмотреть? 31, 32. Все. Этот посильнее пистолет. Так, теперь нам надо кого-то убить, найти и убить. Я так понимаю, это этих МПС-шиков. Что это? О, на дробаш патроны. Блин, давай выкинь мне оружие сейчас. Мне вообще надо амуницию, куртку найти, я не знаю. О, еще пистоль. Сколько? 38. То есть берем по... Посерьезнее. Это что? О, медикаменты. Так, это что, можем лечиться?
Для создания. Подожди, а такого нету? Странно, тут вообще крафта нет как такового. Ну ладно. Холодос не открывается, нам надо еду найти. Какая-то странная немножко игра. Парки валяются, нет? Ну, в плане необычно вот, по луту. Это что у нас такое? Сарайчик тоже. Что в сарае? Что это? Самогон. А это что? Угу. Мне надо скрафтить... Ну, тут можно, нет? Чё? Как будто кого-то слышал. Чё мобила? Чё это такое? О, маска. Будем в маске бегать. Краска. Я знаю, что здесь как-то можно еще строиться даже. О, канистра, ну. Почему мне подсвечивают? Вот тут только что была зеленая метка. То есть это был чел. Как в этот сарай зайти? Там кто-то бегает. Что за хуйня? А кто это? Охуенный. Записал видос. Как, блять, как лечиться-то, ёбаный рот? 6. Кто это? Последняя тряпка, да? Блин, может у него, кстати, сейчас будет что-то путное. Ах, что это за... За хер был? Он меня искал. А где он? Вот он. А как с него снять что? Как одеть? О, а кусик есть. А где мои штаны? Точнее, не мои штаны, а вот они. Как открыть? А, вот. Патры, патры и нож. Нет, крафт. Подожди, а штаны эти где? Разорвать. Ага. Положите тряпку в слот быстрого доступа. Где самогон видел? Блин. Мы можем бинты еще сделать. Во. Это водка. По-моему, можно, наверное. Да, посмотрим. Не, нельзя. Водка. А, тряпок нет.
Ладно, мы водку взяли. Возьми тряпку в руки и активируй нужный слот быстрого доступа. Чего? А я могу просто перебинтоваться. А. Это меня... Я понял. Ну давай. Я уже понял, как это делать. Чем мне учить? Теперь у меня нет тряпки. Утолите жажду или голод. Нам надо, кстати, попить, все правильно. Ага, анимация есть, хорошо. Откройте карту и найдите на ней безопасные зоны. Отмеченные этим кругом. Двигайтесь в любой ближайшей безопасной зоне и зайдите в нее. Бля, я же был. А как поставить метку? Shift. А, вот так. А вот эту как удалить? Может так же? Ага. Понял. Так, пошли залутаемся. А, что-то мы тут не взяли, по-моему. А, тут была канистра, она нам не нужна. Ой, блядь, испугал. Так, ну мы при оружии. Теперь. А в домах может кто-то быть? То я так захожу. Что это? Самогон, да? Это мы возьмем. Блин, еды надо. Чайник. Это дверь? Нет, это не дверь. А подожди, почему не дверь? Дверь. Она не работает. Блин. Это вот тут какой-то чел... Это мне просто подбросили импису. Чтоб я это... Его за... Так, что это? О, сломанный рад. О, бронежилет. А, мы можем как-то ее починить. Предмет для продажи можно разобрать. Подожди, а починить? Или мне рация не нужна тут? Я что-то помню, что тут, как, тут какую-то рацию надо было собирать или что-то такого плана. Так, ну пусто. Через 5... Блядь, я попал на этот. На перезапуск сервера, зараза. Блядь, что за дома какие-то, ёпта, где вход-то? Пусто, ничего вообще не, да? Да. Ладно, а у нас еще ночь плюс-минус. О тачках что-нибудь есть? Нет. Подожди, а это мы были тут. Слушай, ну нам, наверное, в домик лучше зайти в какой. Давай вот в этот. Чтоб на улице не оставаться. Я не знаю, как это просто работает. Тут дверь можно закрыть? Вот. Сейчас мы тогда рестарт за это. А, в смысле, у меня нет патронов? А, ну да. Так, значит, рестарт будет, и мы тогда после рестарта сервака продолжим наше путешествие, а пока небольшая пауза тогда. Так, у нас рестарт прошел. У нас наступило утро. Опа. Самогон. Опа. Еще есть пистолет. Давай возьмем. А, мы же сейчас идем. Нам надо к торговцу. Мы можем его продать. Какие-то... Опа. Какие-то бабулечки. Тут ничего нет. Кто это? Это бандит?
А это кто? Убить 50 ботов выстрелом в голову? Хедшот. Это мне дали... А тут бандюганы рисуются, что ли? Ух ты! Так, я все медленно делаю, потому что я пока еще не знаю, как тут это все работает. Так, это нам надо забрать. Тогда тряпку сюда, это сюда. Окей. А что это горит? О, там валяется кто-то. А я не могу его расчехлить. Хм, интересно. О. Блин. А нельзя его никуда больше положить? А вот это можно куда-то? А пистолет? А этот? Бля, нельзя. Почему? А, это как ППшки считается, наверное. Броник. Я тоже не могу никуда взять. А, вот сюда. Он что, не крафтится? Блядь, дурак ёбучий, испугал. Бля, как мне вот эту забрать? Блин. Ладно. Все, валим отсюда. Может, еда будет какая-то? Короче, это мне помечает других игроков, как я понял. Почему он у меня дышит постоянно так? Как будто ему плохо. Непонятно. Так, а где моя точка? Не понял, она исчезла. Нам вот сюда надо. Можем посмотреть что-нибудь в машине? О, фляжка. А тут? О, глянь. Во! Блин. Как ее бросить? Это новое. И патры. Блин, мне в рюкзак. Я, наверное, думаю, в рюкзак бы... Я бы смог положить это. Ладно, у нас есть два пистолета. А, подожди. Один пистолет. Ну ладно. Так, сейчас мы идем в зеленую зону к торговцу. Посмотрим, что там. Не понимаю, почему подсвечены. Вот видишь, это другой игрок. Чтобы я... Ну, по нему же урона нет. На чем мне его подсвечивать? Или я в команду вступил в какую-то? Да нет. Вроде не вступлял. Не знаю, как тут посмотреть это. Вроде бы тут вообще меню такое скудное. Надо разбираться еще в этой игре на самом деле. Если уж в нее играть. Мне надо кушать где-то взять. Можем фляжку одну продать, кстати.
А, смотри, я побежал, и у меня начало больше тратиться хп. Ой, хп, это вода. О, сейчас мы прям сюда зайдем. Так. Блин, у меня 40% только воды. Или единица. Я не знаю, как это считается тут. Правильно. А здесь можно что-то... Ой, блядь. А вы кто? Путешествовать? Это быстрое перемещение между... Я понял. А почему они на карте не помечены? А мы вот сюда не можем, да, заходить? Лутаться. Можем. Ну тут, наверное, просто тупо нет ничего. Блин, почему ты всегда так дышишь? Мне прям это не нравится. Нету, да, тут ничего. Ой. А, во. У меня лодка чья-то. Это чья-то, да? Кто-то на ней приплыл. Я могу ее войти, толкнуть. И продайте ему какой-либо предмет. Сейчас продадим, наверное. О, дядька стоит. Так, а что он покупает? Торговать. А как понять? Вот такую штуку. Или вот такую. Нет? Нет. Обратно положи. А, это ячейка, подожди. А как мне с ним-то? Подожди, земля, крафт, торг. Подожди. Давай еще посмотрим. Во, а ты кто? Рад видеть тебя. Привет, я тоже. Экипировка. Во, наверное, ему можно будет продать. Вот как его продать? А где деньги? А, вот, подожди. Во, цифры кипают. 300. Во, продать. А вот этот пистолет. Продать. Это патросы нам нужны будут для вот этой штуки. Это для дробовика у нас его нет. Для калаша у нас патров тоже нет. Деньги какие? А, это мы тоже... Уебать! Как сжать? Здорово. Все. Найдите веревку. Патроны. 5.45 на 39. Кстати, а это зачем такие патроны? Подожди. Блядь. Это что? Кто-то выкинул? А я заберу. Блядь, у меня не лезет боль. Сейчас, подожди. Вот эти патроны мы ему продадим. А он их не покупает. То есть тут вот это только продать можно. А часы? Подожди, а кому часы продают? Может, тому? Так, мужик, отойди нахуй. Извини. А как? Торг. А, вот, часы. 1000 стоит, круто. А патры? Подожди, патроны не продаются? А, вот эту можно. Медикаменты. Это что такое? Самогон. А вот эту можно продать? Фляжку. Так, над ней тоже не... Подожди, а кому стволы продать можно? А, стволы же я... Рюкзак сталкера у него, ни хера себе. Она тоже не продается. А пистоль?
Ага, и появляется цена. Да ты убери его, дебил. То есть патроны нахуй не нужны, я понял. А какие мне нужны? 5, 45, 39. Сколько стоит? Вот. 2000? Я понял. А это что? А чё он этот? Это он мне дает? Сори, случайно подобрался. Сори, случайно поднялся. Я у него патрусы только спижу и все. Блять, это нельзя продать. А нахуй они мне тогда нужны? Как их тогда выкинуть? Все? По-видимому, все. Так. Что у нас дальше? Найти веревку. Как понять, найти? Где найти? В городах надо ходить? А мы были вот тут, да? Блин, тут что-то вообще. Нам надо куда-то вот сюда, в центр идти. Тут много городов. Ну давай на черный лог побежим. 1.5 километра? А, ну мы быстро справимся. Я думал, он мне рюкзачок хочет подарить. Жадина, блядь. Ну и пошел ты. Так, ладно, воду пока побережем. А нам как идти? Да, нам правильно. Где мы? Подожди, вот. Да, нам надо через этот мост, все верно. Место падения вертолета. Ну это где это? А, это далеко. Блин, так вот можно было куда сходить. А тут что-нибудь есть? Штаны. Блин. Давай разрывать тогда будем. Кстати, мы можем, наверное, уже сделать, да? Да. У нас вот еще тряпка есть. О. The good. У нас есть чем хиляться хотя бы. А тут ничего нет. Подожди, это же мы на ней были? А, нет, тут сундука нету. О, а что это горит такое? О, давай посмотрим, что это. Если что, постреляем. У меня есть, в принципе, чем. Броник тоже есть. Каски нету только. Калаш есть. 18 патров на нем. Мы также бежим с оружием. Какого-то химика кто-то идет. А что это такое? И что здесь? Я не ставил никакие метки. Веревка валяется? Или что? Это ж не моя метка, правильно? Моя черная. А как посмотреть, что это? А еще такие есть?
Нет. Кейс? Какой кейс? Его уже забрали, наверное. Не кейс это? Или его надо поискать тут по траве походить? Блять, ничего не понятно. Какой-то подобрал кейс. А где он его подобрал? Это не он не рядом со мной тут бегает? Бля, он когда поворачивает, создается шум. И мне кажется, как будто ты рядом с тобой кто-то бегает. Бля, он, наверное, будет на меня ругаться, этот малый. Я у него патроны украл. Надо было сумку у него спиздить и убежать. Он же меня не может побить тут? Нет. Хуйня какая-то. Ладно, пошли отсюда. Не понимаю. Не понимаю эту игру пока. Кто играет в нее? Если вдруг кто будет смотреть ролик, я, наверное, его все-таки залью. Хоть тут ничего такого интересного и не произошло. Но кто знает. Вот. Напишите, что тут вообще надо делать в этой игре. Подожди, а мы не отсюда прибежали-то? Что-то мы тоже, я помню, а нет. Что это? Что это? Ты что, дурной? Это что, блядь? Это пиздец. Вы меня извините, пожалуйста. А как это? Он вообще был хер знает где. И он меня заметил и прибежал меня есть. Такого я не знаю. Что мне дали? Волчья шкура. И все? Зачет. А зачем мне она нужна? Меня здесь больше не будет никто кусять. О, какой чемодан, смотри. Пойдем туда. 450 метров. А он не обозначен. Чего? А это и такие... Ни хрена себе сделали. Бляха-муха. Бля, мне надо попить уже. Самолет летит какой-то. 20 осталось. Кто это? Это враги? Ебать, толпа целая. Сука. Вы ебанулись, какие волки, блядь? Что тут происходит в этой игре? Возьмите в но... А, я в не взял. Такое разве было? Я что-то, ну я не играл в нее, честно говоря. Зашел один раз, посмотрел и вышел. Все. У меня патросы кончились. Может, у них что сейчас соберем? Они же должны быть это. Так. Это на дробовик у него. Это можно продать, по-моему. Штаны. А, разорвать. Куртка разорвать. Бля, я хочу дробовик взять.
Ну, мне, у меня вот это кончилось, патроны, все. Так, ладно, пусть пока лежит, давай других посмотрим. О, у него обрез вообще. Бля, почему не... Блин, мне рюкзак нужен, короче. Так, ладно, я надеюсь, они не пропадут. О, у этого модуль какой-то. Что это такое? Фонарик. А, это прицел, это не фонарик. Это все пригодится. А, уже не лезет нихера. А, подожди, у нас под... У нас какие патроны? А, у нас патронов дохренища. Бля, придется акустик скидывать. Подожди, о, охотничий жилет, а у меня... А, это такая же. Как понять? А, ну понятно. О! The good. Блять, я оружие все равно не могу сюда положить. Бомпер. А, 4. 3. Понял. Почему нельзя ствол положить сюда? Я могу пистолет... А, я сюда все равно это не положу. Понял. Да. Тогда нет. Тогда давай возьмем обрез у этого. Нет, не у этого, вот у этого. Вот. Он, конечно, хуевенький. Ну, мне кажется, он... У него зарядов просто будет побольше. Так, мы шли куда? На портфель, пошли. Блин, я привык как в PUBG брать оружие. В смысле 5 из 5? У нас вон... А, это мне показывает вообще... 34 в скобках. Чё? Блять. Казалось. Так. А, мы можем прям по железке идти. Она нас вы... Ай! Кто? Идите нахрен. Уходим. Я их не вижу вообще. Блин, а почему в них еды нет ни в кого, ни в ком? Блять, еще волки. Хочу чемодан посмотреть, что это такое. Да отстаньте вы от меня. Блять, где ты? Идем на линию, на ней хоть видно что-то. Да где ты, блядь? Нихуя громко. Успеем? Ты так понял, за мной в вагоне? Побежали, блин. А чё он уходит куда-то? Чемодан, блядь. А, это, наверное, ему кто-то тащит. Смотри, там кто-то... Поселение? Его кто-то тащит, походу. Так, ну мы бежим, мы сокращаем. Я хочу посмотреть. Пока, в принципе, так ничего. Есть с кем повоевать. Надо только вот узнать, почему патроны не продаются, кстати. Это вопрос. Главное, их купить ты можешь, и они стоят ни хреновых денег. А продать ты их не можешь.
Вот это вот как-то вот непонятно. метров. Вот по этой дороге идут, я понял. Или едут. Не, идут, раз я бегом догоняю. У меня нету надаль пистолета. Ой, пистолета, оружия. Пистолет средней дистанции, дробовик, считай, это ближней дистанции. А вот это вот скорп... Ага! Сколько у меня на нем патров? У, до хрена. Сейчас мы их отъебам. Ой, бля, их много. Нихуя там народу. Блин, я не знаю, получится ли. А что это у нас за хуйня висит? Подствольный фонарь. Нихуя! Вот антре! Да ну нахуй! Нихера меня забрили! Охренеть! Вот и моя вылазка. А что мне теперь делать? Покинуть сервер? А, выберите точку для возрождения. Вот, на трупе могу. А, могу в степном? Понятно. Ни хрена я бравый парень. И что у меня есть? А, крутяк. У нас есть режек. Всех зарежу! Ух ты, нихуя. Это база чья-то? Вы что, дебилы? Как они меня видят так быстро? Бля, и с той стороны стреляют. Короче, сваливаем. И, наверное, на этом мы сейчас серийку... Мы плавать умеем, надеюсь? Быстрее, быстрее плыви, брат. Вы чё, блядь, вообще, что ли, там, это... Обожрались чего-то? Это что? А это чьё-то строение? Не похоже на обычный сарай. Чё это за хуйня? Чё это такое? Коллектор воды? А как тебе... А к тебе можно как-то за... О, у тебя ворота целые. Ух ты, нихуя тут! Слушай. Это интересно. А как он строится, блядь? А, я видел там топор. Наверное, его можно купить. Ну, короче, я вообще не знаю. Подожди, мне вообще-то надо себя забрать. Странная какая-то система на самом деле. Ладно, давайте мы на этом нашу серийку, так сказать, первый обзор после обновы. Да вообще, для меня это первый обзор, потому что я в нее не играл ни хрена. Смотри, вон там челики бегают. Ага. Ладно. Мы вот здесь где-нибудь заныкаемся, вон за камешек, в кустике сядем. В общем, на этом мы закончим. В принципе, слушай, интересно, интересно повыживать. Построиться можно здесь. Наверное, мы немножко в нее поиграем. Но это, конечно же, будет опять же зависеть от вас. Насколько вы... Насколько будут, ну, будет просмотров. Количество просмотров. Насколько лайкосиков там поднимется. Вот, зачастую их вообще нет. Но просмотры хотя бы. Тогда уж ладно. Конечно, лайк, по-моему, это серьезнее, чем просмотр. Хотя, я не знаю, могу ошибаться. Не такая уж у меня большая аудитория. И что-то не хочет, видимо, контент говно. Вот, ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видос вам понравился. Надеюсь, вы меня поддержите лайком. Подпишитесь на канал. Жахните в колокольчик. Вот. Ну и напишите коммент. Может быть, я что-то тут не знаю. Точнее, я вообще тут ничего не знаю. Может, какой совет дадите там, не знаю. Вот. Ну а на этом все. Всем пока. Спасибо. Удачи.